Привет! Ну, очень шикарный день. И поэтому хочу поделиться настроением. Анекдот пуля. Но так как смотрят дети, будет немножко цензурный. Значит, приходит осел ко льву и говорит: слушай, Лёва, ну обезьяна вообще обнаглела уже. Слушай, приходит ко мне в любое время, меня не спрашивает, даже если я сплю, начинает со мной сексом заниматься. Хочу я, не хочу, может я посуду мою, нет, все равно, по нескольку раз в день. Лёва, что делать? Так, неправильно, пошли к обезьяне. Приходит к обезьяне, говорит: обезьяна, ну что ты вообще над ослом издеваешься? Ну, все-таки личность. Она говорит: да я тоже не могу, у меня физиология такая. Вот, ну, хочется мне, а осел он более-менее подходит, он такой, он добрый, симпатичный такой осел. Так, лев говорит: обезьяна, значит, ты будешь с ним заниматься сексом один раз в день. Все. Это тебе задание, через год проверю. Все, приходит обезьяна к ослу, говорит: ну все, лев сказал один раз в день. Ну, ладно, все, шуры-муры. Вот. Осел такой довольный, такой: все, обезьяна, пока. Обезьяна: слушай, а давай еще раз за завтрашний день. И все. А он такой: так я забывать буду. Ты каждый раз будешь записывать. Ладно, опять шуры-муры. Ну и обезьян такая: слушай, осел, давай вот сегодня еще третий раз, а завтра у тебя два выходных. Но ты записывай постоянно все. Осел, короче, ну ладно, давай. Ну и через год, значит, лев вызывает осла и говорит: ну что, осел, вот я давал вам команду, как выполняете? Осел такой: ай, как теребанили, так и теребанят меня. Только писанины больше стало. Всем привет.